Всем привет, с вами Алина, и вы смотрите Pet Shop Vlog. Вы так давно мечтали о котенке, и вот, наконец, мечта стала реальностью, и котенок уже почти у вас. Но какие же вещи нужно подготовить для новоиспеченного жильца? Об этом мы сегодня и поговорим. На первых порах необходимо подготовить все только самое важное, то, без чего обойтись ну никак не получится, а потом уже докупать остальные вещи по мере необходимости. Итак, начнем. Перво-наперво вам, конечно же, пригодится лоточек и совок. Ну и, конечно, не забудьте про наполнитель. О том, какой наполнитель выбрать для приучения котенка к лотку, мы рассказывали в отдельном видео, ссылка на него внизу в описании. Разумеется, котейке понадобятся миски и корм. Сейчас многие производители предлагают специальные корма с мелкими гранулами, которые идеально подходят для котят. Если котенок еще слишком мал для сухих кормов, следует покупать влажные, либо муссы. И если вам нужно перевести малыша на новый корм, делайте это постепенно. Не лишним будет также составить кошачью аптечку. Включите в нее витаминки для растущих котят, чтобы укреплять когти, зубки, а также кости малыша. Также обязательно купите средства от паразитов, капли либо ошейник от блох и клещей, а также средства для дегельминтизации. Еще вам пригодятся средства для груминга, это когтерезы, а также расческа для шерсти. Ну и куда же без игрушек? Помните, что маленький котенок совсем еще ребенок, и играть с ним нужно очень много. Если, конечно, вы не хотите, чтобы котейка играл с вашими обоями или обувью. Поэтому стоит запастись игрушками и свободным временем. Игрушки, кстати, можно купить разных форматов, например, на веревочке для совместных игр и мячики, чтобы котику было что погонять самостоятельно. Конечно, малышу просто необходимо свое местечко. Это может быть мягкий лежачок, а может даже целый домик. Причем домик может быть аж в несколько этажей, сразу с игрушкой и даже когтеточкой. Кстати, о когтеточке, она вам, конечно, тоже очень сильно нужна. И приучать к когтеточке котенка нужно с первых дней появления в доме. Когтеточки бывают очень разные, и о том, какую выбрать, мы рассказывали в одном из наших прошлых видео, и оно вам обязательно поможет. Ссылка, как всегда, в описании. А приучить котенка к когтеточке вам поможет специальный спрей. Просто побрызгайте когтеточку пару раз и увидите, что обучение пойдет намного проще и быстрее. Такой вот получился стартовый набор, которым обязательно стоит запастись, если вас ожидает пополнение в семействе. Надеемся, это видео понравилось и было вам полезно. Если это так, то ставьте ему лайки и подписывайтесь на наш канал. Конечно же, любите своих питомцев. С вами был Pet Shop Vlog. Пока-пока!